Вывод такой, что в среднем цены подорожали процентов на 25 к прошлому январю. То есть я считаю, что это не так страшно. Если, грубо говоря, не хватает денежных средств, да, но надо вспомнить о том, как мы же все россияне, русские люди, мы прошли и голод, и холод, и все, что только не прошли. Надо просто задуматься о собственном здоровье, стать поменьше питаться, например. Хотя, конечно, это не получается, но тем не менее. Я думаю, что новогодний ажиотаж прошел, люди все наелись, начинают заниматься спортом. Вот у меня сын инвалид, он постоянно сахар просит. Я вынуждена ему отказывать, потому что вообще уже денег нету.